Ну, і ми продовжуємо наш ефір. Власне, чому падають саме зараз дерева? Так, адже, незважаючи на те, що мали серйозні такі снігові замети, вітер був неістотно той сильний, але все ж таки маємо декілька десятків повалених дерев в Одесі. І екоактивісти, вони вже висунули свою думку, чому саме так відбувається. Власне, одна з них з нами на зв'язку – Олена Марченко, екоактивістка. Вітаємо вас. Здравствуйте. То щодо ситуації з поваленими деревами в Одесі? Знаємо, що ви маєте свою думку. Розкажіть нам, будь ласка. Уже который год я лично и экоактивисты, мы боремся с тем, чтобы не убирали листья из-под деревьев. Дело в том, что листья являются на зиму деревьям, корням деревьев и одеялом, и питанием. Если убрать листья из-под деревьев, таким образом корни не получают ни нужного согревания, согрева, ни питания. Нарушается движение сока по корням, по стволам деревьев, по веткам, и, соответственно, при любом малейшем ветерке, при каком-то снежке, у нас не настолько сильный был ветер, значит, деревья падают. Писала в полицию, писала в районную администрацию, звонила, но ответ один. Вот, допустим, там директора школ говорят, жалуются, управляющая компания, ОСМД, что с них требуют районной администрации под ноль сгребать листья из-под деревьев. Хотя в правилах благоустройства міста Одеси написано пункт 3.2. Заборонено збирання листя з-під дерев. Я хочу обратиться к комунальщикам города Одессы, лично к мэру, потому что это очень серьезные вещи. Во-первых, моральный ущерб нанесен падающими деревьями, люди могут погибнуть, дети. Значит, пожалуйста, соберите внеплановое какое-то, плановое совещание жилищно-коммунальных служб, управляющих компаний, ОСМД и объясните людям, что нельзя нарушать правила природы. Природа будет за это жестоко наказывать, что она и делает. Значит, пускай не убирают листья из-под деревьев, иначе имеем вот такие вот проблемы. Олено, підкажіть ще, а є, можливо, якісь інші виходи з цієї ситуації, окрім листя? Ну, какой может быть выход, если нарушается движение соков, да, вот по стволу, по дереву, по веткам? То есть мы не видим снаружи никаких повреждений, а внутри уже нарушена структура, ткань нарушена, дерево. Естественно, что без видимых даже снаружи каких-то повреждений, потом мы имеем вот такие вот отломанные ветки и полностью отломанные деревья. Какой может быть выход? Нужно просто не нарушать законы природы, вот и все, нужно быть внимательным. Нельзя же написали в этих правилах, да, почему нельзя сгребать. Я не понимаю, почему наши жилищно-коммунальные службы и наши районные администрации считают листья под деревьями мусором. Извините, следите за бумажками, следите за тем, что разбрасывают люди, пускай ваши коммунальщики убирают. А листья оставьте там, где им положено лежать, по природе. Почули вашу думку, дякуємо, що доєдналися. Олена Марченко, екоактивістка, розповіла нам свою версію причини масштабного деревопаду в Одесі.